Об этих и других событиях подробнее. Самолеты и птицы не разминулись в небе. Утром 29 мая в 7 часов 32 минуты Boeing 737 авиакомпании ЮТР совершил аварийную посадку в международном аэропорту Анапа. При наборе высоты самолет, выполнявший рейс Анапа-Москва, столкнулся со стаей птиц. В результате происшествия лобовое стекло авиалайнера треснуло, левый двигатель поврежден и деформирован. Весь день в аэропорту работали специальные комиссии ПЧС из Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Boeing 737 запросил аварийную посадку в штатном режиме спустя 12 минут после взлета. На борту самолета находились 40 пассажиров и группа экипажа. Пострадавших нет. Представители авиакомпании ЮТР организовали для пассажиров обед и отправили специальным автобусом авиакомпании в аэропорт Геленджика. В этот же день в 14 часов 25 минут все 40 пассажиров вылетели в Москву.